Сегодня 2 ноября, и мы находимся в сквере возле ДК Гагарина и можем наблюдать, на какой стадии находится благоустройство сквера. 1 ноября его обещали закончить, но, как видим, здесь не готовы даже тротуарные дорожки. Очень много плитки еще осталось неизрасходованной. Вот это знаменитый 19-й дом, землю которого отсудили городские власти, и вдоль него собирались сделать парковку. Ее тоже нет. Дорожки не благоустроены до сих пор. Ну, так как праздничный день, особой активности не наблюдается. Но, тем не менее, можем видеть, что сроки у нас не соблюдаются. Это центральное место сквера, где раньше был фонтан. Много лет он не работал. И вот вместо того, чтобы его восстановить, его демонтировали. По проекту благоустройства здесь предполагается высадка голубой ели. Вот там вдали мы видим много-много палет и тротуарной плитки. Работа еще предстоит очень большая. Хотелось, конечно, чтобы сквер открылся к праздникам, ко Дню народного единства. Но что-то пошло не так, очевидно.